Всем привет, дорогие друзья, с вами снова заснеженный снеговик Санж, и сегодня продолжаем рубрику прохождение карт. Ладно, не будем тянуть, переходим к видео. Как вы помните, не так давно я прошел карту Stay Alive. Так вот, сегодня мы пройдем его, так скажем, спин-офф, может быть, продолжение, я не знаю, честно говоря, как оно связано с Stay Alive, но, возможно, это продолжение, возможно, нет. Еще есть Stay Alive Distant Endless Dark 2, возможно, будет Stay Alive 2. Ладно, вот я заспавнился, так, рекомендую Stay Alive. Так, давайте, информация и ютуберы, начнем с этого. Как скачать Stay Alive, ну это мы знаем. Опа, список ютуберов, сыгравших в Stay Alive, спасибо вам. А почему тут нет Санж 105, а? Все, я жду здесь Санж 105. Как попасть в список? Так. Ладно, понятно. Хорошо, это мы посмотрели. Информацию ютуберы, далее автор. Ну вот автора вы можете лицезреть. Саша. Так, правила. Не использовать любые команды, не ломайте блоки, включите музыку. Музыка выключена, играть только вот. Извиняюсь за свой кашель. Так. Играть только в приключенческом. Запрещено. Выключай командные блоки, звук, яркость, поле зрения. Обязательно включите параметр поле зрения, может измениться в процессе игры. Так, давайте проверим все эти настройки. Значит, у меня включено поле зрения. Давайте поставим, как и полагается, на 60. Ну, 60. 60. 60. Ну-ка, сейчас. Ну ладно, пойдет. Так, далее. Поле зрения может измениться в процессе игры. Есть. Яркость. Яркость давайте на 40, как и полагается, поставим. Есть. Хорошо. Правила мы все выполняем. Далее, что у нас есть? Играть. Эпизоды и доп. Контент. Ну что ж, давайте начнем наиграть. 3, 2, 1. А. Пример сообщения. Такс. Легкий стандартный режим. Выкл. Ага. Хорошо, я, наверное, вкл. Давайте стандартный режим выберем. Режим будет стандартно проходить карту. Хорошо. Начинаем. Нажмите кнопку Да. Ладно, все, поехали. Я готов. Shine Maps представляет Саша, автор карты. Тут уже нету жуткого сопровождения. Stay Alive Distant Into the Dark. Хорошо. Меня зовут Леон. Это тоже репортер. Прошло 4 года с тех пор, как я испытал ужасы психбольницы. После того, как я выбрался из этого ужаса, я сменил город, квартиру, работу. Но мне все еще снятся кошмары. О, мы проснулись. Мне нужно идти на работу. Эпизод 1. Зло вернулось. Так, это наша новая квартира, значит, да? Интересный, конечно, ли он у тебя подушки. Так, тут у нас получается столик, стул. Он стул нельзя сесть? Нельзя. Здесь даже есть телек у него крутой какой. Ну-ка, это что? А, это включение света. Лучше бы со включенным светом играть. Тоже лучше включу свет. Тут, как я понял, всякие там аксессуары, декорации, не декорации. Заберу-ка я себе орхидею. Так, с этого у него кухня, значит, да? Мне теперь появится какая-то боязнь темноты на этой карте, на самом деле. А после прошлых, это типа у него холодильник, да? Это у него печка. Это у него загрузочная воронка. Ну, в принципе, Леон неплохо так живет, я бы даже сказал. Даже этот нотный, этот есть. Ну-ка, здесь вот диван такой, бочка. Даже две орхидеи есть теперь. Нифига, у него два телевизора. О, прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Так, ладно. Так, у нас туалет. Ну, нельзя сходить. Ладно, все, это уже мои прикольчики. Так, с ванной ничего полезного. Верно, верно. Тут так. Тоже, как я понял, ничего полезного. Ладно, давайте уже вы... Ну-ка. Я где-то потерял ключ, вроде как написал, да? Где ключ от выхода? Так, давайте искать ключ от выхода. Где он мог... Стоп. У него и камера, и ключ от выхода в плите. Кажется, я понял, почему он направился в психбольницу.
Ему правда полезно. Ну ладно, это уже опять же мои приколы. Что происходит? Типа квартира, что ли, куда в темноте пустоте летает. Ладно, поехали. Неужели это? Выберитесь из этого здания. Камеру тут же. Меня что, опять где-то заперли? Опять это кровавая кровать идти. Чё за... Эй! Эй! Это кто? Фига себе, тут звуковое сопровождение. Тоже неплохое звуковое сопровождение, но, блин, эта карта прям кажется страшной. Эй! Ты же не убьешь меня? Побереги голову. У тебя все хорошо? Ладно, все, не буду тебя трогать, все, занимайся своими делами. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Трупы. Ну, что там за какой-то прошел, видели, там какой-то человек гигантский прошел. Ну, что такое? Тут все завалено. Чем-то. Как я понял, на этой карте плавильное печенье все-таки просто как больше декорации, да? Ну, блин, двигается. Бьется головой в стену. Я очень надеюсь, что, по идее, он не должен на меня выскочить. Мне, блин, страшно понимать, что здесь кто-то есть живой, и что здесь есть кто-то, кто бьется головой в стену. Ух, слушайте, эта карта гораздо страшнее, чем ее прошлое. Так, все, я лучше закрою дверь. Это у нас что за комната? Типа куда-то спуск, что ли? Так, ладно, я, пожалуй, пока не буду туда падать. Он тоже трупы, там он тоже что-то. Это склад или не склад, что там. Что ли, какая-то камера для этих больных, не больных, заключенных, не заключенных? Или кто это там? Опа! Ой! Это баг, похоже. Так, друзья. Я перед Сашей очень сильно извиняюсь, но я должен это сделать. Так, друзья, давайте сделаем по-быстренькому. Давайте по-быстренькому. Это просто был баг. Давайте сделаем вид, как будто мы сюда не упали. Как будто у нас все было хорошо. Вот. Все. По умолчанию. Давайте. Вот все снова. Командные блоки включены. Все. Ну, все хорошо. Господи, не отпугай, что он бьется головой о стену. Зачем он так делает? Ну, себе всю голову размажил уже. Кто это? Пациент, не пациент? Что это за больница вообще? Жутко, конечно. Вот, трубы тут еще есть. Ай! Блин. Нифига себе, тут частицы, там еще и подвешенные трупы, люди, и кто это вообще? Вот туда этот человек ушел, и там что-то тоже, что ли, какой-то проход куда-то дальше, или что это там? Тут просто повсюду какие-то трупы, какие-то головы разнеможили, разбили обо что-то. Размажили. Вот тоже труп. Ой. И не ожидал, что я могу сюда лечь. Котел с кровью или что это? Ух, на самом деле тут атмосфера даже более жуткая, я вам так скажу. Пока что мне все нравится. Пока что мне все нравится. Опа, люк. Куда ведет? Ладно, видимо, никуда. Кабинет номер один. Типа кабинет врача, что ли? Так, тут в сундуке ничего полезного, в зазорах ничего ли нету? Не, как я понял, что зазоры, они нам тоже бесполезны. Я лучше, пожалуй, двери буду оставлять открытыми. Я надеюсь, что никто туда не заберется в эти двери. Или кто бьется головой. А, давайте пока что обследуем вот эту вот основную часть больницы, где содержатся эти... Как их назвать? Это уже не люди, на самом деле. Жутко. Вот тут камера их. Господи. Ну, вообще камеру завалило. Теперь туда. Склад вещей пациентов. Да вот опять трупы, тут повсюду трупы. Тут какая-то не больница, а какой-то полуморг. Не, ну а как это еще назвать? Ух. Так, ладно. Давайте обыщем эти ящики. По идее, тут нарисовано, как будто в ящиках что-то есть, но...
тем, что пациенты с собой только перья доносили. Нет, там тоже пусто. Ну не просто же так нам дана эта комната. Вот как и кабинет он тут. Я уверен, что эта комната нам дана не просто так. Или все-таки просто так. Я просто не хочу ничего пропустить, хочу все обследовать. О, обращение. Но по прошлой карте я понял, что перья и другие вещи, они мне не нужны. Давайте почитаем. Внимание, доступ к кабинету главного врача есть только у Эдгара. Если вам нужно забрать документы, то обращайтесь к Эдгару. Он находится в кабинете номер 10. Это что за Эдгар? Который он тут прошел, что ли, это Эдгар? Что-то испортился Эдгар в последнее время. Скажу я вам так. Ладно. Так, там все завалено. Пусть там есть еще... А, блин, склад закрыт. А что там вообще на складе? Не видно. Ладно. Ладно. Давайте что ли осмотрим. Эй! Не делай этого. Чем ты бьешься головой? У тебя вон голова уже этот раз... пипец в твоей голове. А, ладно. Надо действовать. Как я понял, нам надо что ли вот туда. Давайте попробуем. Я хочу вообще, как я и сказал, я хочу абсолютно все постараться. Слушай, да чего вы все бьетесь головой? У вас что, настолько все плохо, что вы там так сильно бьетесь головой? Блин, тут вот плохо еще, что кабинеты некоторые завалены. Я очень надеюсь, что тот кабинет, в котором был Эдгар, ну, я надеюсь, что он не завален. То с потолка, что ли, упал? А то все тут так проломлено сильно. Ладно. Пока что в кабинетах я особо-то и ничего такого сказать, что полезного не нахожу. Но я еще, кстати, не осмотрел плавильные печи, возможно, в них что-то есть. Может, я вот в этом я не уверен. Ладно. Так, кабинет номер 7. Тоже все завалено. Тут куда кабинеты превратили в какие-то склады, не склады, архивы, не архивы, или как это называть. О, вот здесь вот кабинет еще более-менее завален, но все равно как бы... Опа, ключ от кабинета главврача. Ура. Я крайне рад, что я нашел его. Надо пойти, блин, тут совсем темно, конечно, без камеры. Вот с камерой нормально, а вот без камеры уж совсем темно. Так как там нам сказали яркость поставить пониже. Я еще хочу прогуляться, на самом деле, вон туда. Возможно, я там что-то пропустил. Да, вот здесь вот же я не был еще в кабинетах номер 4, там номер в других номерах. Я хочу сначала собрать все ключи, а потом уже походить их и, возможно, поприменять. Ну и что, наверное, надо обращать внимание на сундуки и ловушки. Как никак один вообще, кстати, написал сундуки галушки. Ну ладно, это уже мои приколы. Моя любимая фраза во время прохождения хоррор-карт. Надо же как-то более-менее, хотя бы, чтобы было не так страшно. Так. Как я понял, пока что кабинеты пустые. Пока что я ничего такого полезного не нахожу. Кабинет номер 2. Может, в первом кабинете будет... Ой, что тут проломлена стена? Эдгар, что ли, из себя вышел и проломил стену? Или что это произошло тут? Что стена так сломана? Что-то жестко. Ну ладно, осматриваем. И, по-моему, это были все. Опа, я дошел до этого главврача. Все, открываем. Открываем, заходим. Ладно, раз это главврач, то у него что-то должно быть полезное. И, кстати... Опа, ключ из склада, можно поместить на шерсть. Ладно, я понял, что является шерстью. Так, ладно, пойдемте поместим этот ключ куда надо. Как я понял, Эдгар уже мертв, либо вон тот вот Эдгар, который он там проходил, это есть. Ой! Вы... Нифига анимации, блин! Это так классно, это так круто! Видели эти анимации?
Больница просто куда прям по швам трещит. Блин, на этот этаж уже не попасть. Ладно, я думаю, что, наверное, нам туда и не надо. Наверное, надо потихоньку обходить этих пациентов. Надо, наверное, попасть вот сюда. И... ага, вот это, кстати, я догадался, что, по идее, да, это вот как раз-таки тот самый склад. И знаете что, я теперь хочу обыскивать не все сундуки, а смотреть на предмет сундуков-ловушек. Ну или ладно, давайте уж обыщем. Раз уж на то пошло дело. Опа, не зря я обыскивал. Ключ от охранной комнаты. Правда, вот я не помню, где я встречал или нет, не встречал охранную комнату, и, честно говоря, не помню. Но вообще, я не помню, что среди закрытой комнаты была такая комната, как охранная. Тут как будто просто... Что тут происходило? Пока меня не было. Пока я ключи брал, тут какая-то больница просто наполовину сама по себе разрушилась. Или ее там кто-то разрушил, не знаю. Я даже удивлен, что там есть какая-то работающие. Что-то работающие. А, вот это охранная комната. Надо же на кнопку. О! Открылось! Понятно. Наверное, нам туда теперь. Правда, туда зашло вот это вот чудище. На самом деле, довольно-таки страшно туда идти. Так туда зашло, вон тот монстр или кто это вообще был. Он тут уже более-менее светло. Ну ладно, пошлите. Пошлите. Эй! Намек понят. Так, ладно, я оглядываемся. Не оглядываемся. Двери закрываются. Дед, уйди. Не забрали камеру, господи. Блин, вот это жуткая сцена. Меня так смотрит. Ну что говорят, беги. Ой, надо бежать, надо слушаться. Я даже не буду оглядываться. Ой, он сильный. Это, кстати, что это за моб? Как Саша сделал такого моба? Ну, блин, тут, правда, очень крутые анимации, мне нравятся. По-моему, это вообще одна из лучших, я бы даже назвал ее, правда, одна из лучших хоррор-картов, которые я когда-либо играл. Вот наравне с In The Void. Возможно, даже она чуть получше, чем In The Void. Хотя, на самом деле, я не играл в хоррор. Но, опять же, не хочу сказать, что эта хоррор-карта плохая. Ее вот язык не поворачивается, назвать плохой. Так как тут есть все, тут есть неплохой сюжет и... ой! И даже вот, как видите, по этой части есть немного экшена. А мне вот как раз таки нравится. Чтобы было побольше экшена, беги. Ох, ладно, все, молчим. Мусор на нами гонится, надеюсь, или не гонится. Ой, давай. Ох, немного не хватило. Ладно, я надеюсь, что в этот раз я справлюсь. Да нет. Он просто сразу вот так вот. Ах, ладно. Интересно, кстати, что это за монстр? Я надеюсь, что во второй части нам раскроют как бы полную картину сюжета. Я понял. Намек от монстра понят. Как от него убежать, интересно. Ну, вроде как кнопки у меня нормальные, вроде как реагирует на все. По идее, я должен нормально убегать от него. Ну ладно, у нас точно получится. Я в этом... Меня этот котел... Не котел, затормозил. Цепанул. Зацепил. Ну все, не оглядываемся. Я даже не хочу оглядываться, не буду. Так, там выход, надо быстрее. Есть? Ой, затряслось, все завалило. Конец первого эпизода. Че, пройдем второй эпизод? Давайте.
Конец истории. Что, так быстро, что ли, конец истории? Серьезно? Мне опять дали камеру. И в итоге наши дальнейшие действия, каковы, интересно. Сюда может идти. Господи, тут опять повсюду трупы, повсюду. Все эти страсти. Там этот монстр. Эй, не беги за мной. Отойди. Его можно, интересно, убить, а? И мне вот интересно очень. Блин, к сожалению, нельзя. Это плохо. Ну ладно. Давайте забежим в этот кабинет. Знаете, на самом деле, я думаю, что все-таки этот эпизод лучше пройти в следующей серии. Поэтому, друзья, на этом... Ой, что у меня на голове? Тыква. Ладно, давайте вот так вот попрощаюсь. Ну или ладно, давайте лучше вот так. На этом наше видео, друзья, подошло к концу. Я очень надеюсь, что эта карта вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Также, если вы хотите с вами поиграть в эту карту, то ссылка в описании. Ну а с вами был я, Санж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.